И вновь я с вами, со своим большим животом и маленькой головой. А вот так, с большой головой и махоньким туловищем. Не так. Знаете, некоторые вещи, не хочу сказать, что как-то меня цепляют. Можно так сказать. Где-то даже бесят. Но это, знаете, такая спокойная, рассудительная бесивая у меня идет. Насчет голодания. Итак, Сергей Матвиенко, это для всех, это немножечко для него, но больше для всех остальных, тех, кто пытается голодать. Итак, значит, Сережа пишет. Наверное, буду выходить из голода. Сегодня пил таблетки и после этого начал болеть желудок. Сегодня 12-е сутки голодания. Не пить таблетки не могу, цистит не проходит. Вот ёханый цистит. Был у уролога, назначил таблетки, уколы. Если вы лечитесь у уролога и лечите, значит, у уролога, и при этом скажите урологу, слушай, уролог, какие гарантии, через сколько, что и что ты даешь? Сколько можно лечиться? Или он скажет, вы неизлечимый, в конце концов. Почему такие результаты? Задайте ему вопрос. Температура 37,1, ночью падает до 36,1. Я знаю, что это паразиты. У дочки начал немножко болеть животик, разболелись горлышко. Я не знаю, что делать. Что делать? Брать. Я не хочу сказать, что мои книги брать. Информации много. Знаете, вот эту всю информацию, которая вот имеется, огромное количество. Знаете, просевать, отбирать. Ага, что там от горлышка, что там от живота, что там от каких-то там паразитов, что еще. Отбирать, обмозговывать и немножечко пробовать. Вот тогда поймете, что делать. Паразиты сожрут и меня, и ребенка. Скорее всего, это лямбли. Кстати, лямбли уж определяются, я так думаю, нормально всеми этими медицинскими анализами. Уж лямбли определяются. Поэтому можно там определить, что это лямбли. И более того, и лямбли, и от этих лямбли есть прекрасные средства, которые их изгоняют. Дальше читаем. Никакие средства не помогают. Подскажите, может стоит прекратить прием трав совсем? А что вы еще и травы принимаете на голоде? Какие травы принимаете? Что за травы? Если от лямбли, значит принимаете от лямбли травы. Если от каких-то других паразитов, еще каких-то. Знаете, вот все какое-то такое непонятно. Прием трав совсем или не совсем? И скажите, в какой институт паразитологии можно обратиться? Ну вот и спросите у своего доктора, который там вас лечит, в какой институт паразитологии можно обратиться. Я обращаюсь лично в свой институт разных, будем говорить, оздоровительных наук и лечебных. Это вот мой Кубан. И я к нему обращаюсь. Мои анализы общие крови и мочи почти в норме. Да? Ну, это хорошо. Моче повышены кетоны повышены. Не знаю, когда это вы все это, естественно, сдавали, до голода, во время голода или еще как-то. А теперь, как говорится, основное, дорогие мои, если вы собрались голодать и вот чувствуете, что у вас там, ну вот, посмотрите, мой голод 40 суток. Вот значит, смотрите, что происходит, я со своего опыта вам рассказываю. Значит, первые дни, грубо говоря, 10, ваш организм настраивается на голод. Он только настраивается. Входит там все это, там что, что, как.
Далее, грубо говоря, там с 10 дня, там примерно со второй недельки, начинаются идти какие-то там подвижки, создаваться соответствующая там, будем говорить, среда, создаваться. Естественно, там, допустим, у меня там, вы видите, там и опухоли были, и вот эта вся муть, которая с меня выходила, это и есть опухоли, это и есть своего рода паразиты, это и есть своего рода грибница и прочее, прочее, прочее. Так вот, для того, чтобы создались условия, которые создают душняк этой опухоли, начинает идти время тикать, грубо говоря, после там 10 суток, это я примерно на своем опыте говорю, после 10 суток что-то начинается делаться. А до этого, допустим, может и вода там с клизмами зашла, вышла, чистенькая и так далее, и самочувствие более-менее нормально. А вот потом, грубо говоря, начинается там и растворение разного рода солей, потому что на голоде и после него гибкость растет. Теряются силы, потихонечку теряются силы. Кстати, вес до определенного времени падает быстро там. Вот в течение первых 10-15 там, суток он где-то падает быстро, а потом ну, практически стоит на месте, так, грубо говоря. Если вы там теряете там. То есть, если раньше вы теряли, в основном с водой, вот это все это, знаете, организм нормализовал свою внутреннюю среду по-быстрому. Значит, выделялась вода, соль и так далее, и тому подобное. Далее, когда все это нормализовалось, организм начинает потихонечку расходовать свои резервы и делать работу против разного рода. И паразитов создаются. Вот если взять, допустим, голодание Эдуарда, на какие там сутки глисты вышли? На 25-е. То есть были глисты, применялись травы, противопаразитарные и прочее, 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 прочее. А глисты как жили в этом самом, в слизи, да, через которую никакие там травяные яды не проходили, так они и жили. Но начали создаваться условия, начала отходить слизь, не выдерживать, понимаете, на голоде начинается вот эта именно такая чистота, особая, будем говорить, внутри атмосфера, которую начинают не выносить паразиты. Начинает отходить слизь, не сразу, а постепенно отходит. Она тоже хочет жить, поэтому она там у вас укоренилась. И попробую ее выковырнуть, но создаются условия, она не может, и она начинает отходить. И вот, допустим, на 25-й сутки у Эдуарда, хоп, клубок глисту, можете посмотреть, опа, вышел. А до этого, грубо говоря, ни керосин, ни противопаразитарка, ничего не брало. Далее я продолжаю там со своего опыта. Вот создаются условия, начинает отходить вот эта вся дрянь, начинает. Каждая примерно, грубо говоря, после уже 30-го дня, если не раньше, ну где-то с 25-го примерно, там можно посмотреть, начинает отходить вот такая вот бурая слизь, то есть организм уже активно. То есть надо сломать сопротивление разного рода врагов внутренних, то бишь паразитов, и тогда начать их косить. А, допустим, двое суток там, вернее, 2 недели, 3 недели, да они там ничего толком не сделают. Да, часть может там отойти, так сказать, знаете, грубо говоря, тело и хвост, а голова остаться, потом опять распуститься, как ни в чем не бывало. И все это начинает отходить. У меня, по-моему, после 30-х суток, очистился мочевой пузырь. 2 раза было следующее. Вот представьте себе, через мочевой канал резануло и вышла как дега черная жидкость. То есть для того, чтобы вот эту вот инфекцию там создать, убить, чтобы вот этих вот всех этих паразитов и так далее, там 12 дней, сейчас я хочу сказать, как бы много надо говорить,
Если постепенно начать, то, будем говорить, вы дойдете и до 40 дней, как я. 18 лет мне понадобилось для того, чтобы я изучил реакции своего организма на голод, мог самостоятельно поголодать и выйти. И получить прекрасный результат, благодаря которому я жив. Так вот, начинает разрушаться опухоль примерно, грубо говоря, где-то с 25-х суток. Так, и дальше, чем не дальше, тем это все активнее идет. Кстати, есть же голод и 60 там дней. Видосик женщина рассказывала, то есть полное голодание она там сделала. Вы же можете его найти, посмотреть, как это было. То есть вам надо... Помимо теоретической части, посмотреть, как это было у других людей. И особенно у кого слишком много разного рода в организме грязи, паразитов, шлаков, конечно, будут очень сложные проявления выхода всей этой гадости из организма. Поэтому здесь важно помогать. Но при этом помогается так, что вы... Не лечите организм там таблетками, что потом заболел у вас там желудок. Вы создаете условия и поддерживаете их, вовремя удаляя с помощью клизмения вот эти вот все, что там оторвалось, вышло из каждой клеточки. Сны на голоде вам подсказывают, что с вами происходит, какие процессы идут на тонком материальном уровне, какие из вас выходят паразиты на тонком материальном уровне. Они тоже не выдерживают всего этого. Но это надо создать, это надо продолжать, это надо делать. Так, насчет печени. Вспоминаем поле Брега. Вот сколько он там голодал, он уже более-менее... как бы сказать, привел свой организм в порядок, и вот во время одного из голоданий, через несколько лет, как он начал оздоравливаться, на голоде произошел очистительный кризис, и из него вышло вот это вот там лекарство, которое он использовал, и которое накопилось благополучно в печени, и мешало работе. И как только оно вышло, что именно после того, то есть несколько лет, в результате чего вот была проделана эта работа и выведена вот эта вот штука, то есть не с наскока там, не просто так. Должны, как бы сказать, организм стать сильнее. Это не просто так, чтобы он мог это все выковырнуть из себя. Мы как-то и не задумываемся над тем, что... А выделит ли наш организм эти там шлаки, эти там лекарства, которыми нас лечили, или еще, или нет, или они там закапсулировались и сидят. И для этого время требуется. Так вот, когда вышло, он говорит, о, вот тогда здоровье стало пребывать. Так вот, создаются условия и начинается там, начинается работа по нормализации мочевого пузыря и выведению в виде гноя пойдет вот этот вот там цистит и так далее. То есть все это будет отгнивать и выходить. Значит, с бока тоже там что-то выйдет, с печени тоже выйдет. Но это время, 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 время. И остается с пониманием ждать и терпеть, набравшись вот, не столько терпения, а сколько радости, что каждый момент голода делает ваш организм чище и здоровее. И вы радуетесь этому. С каждой очистительной клизмой видите, что из вас выходит. То есть вы уже начинаете видеть. А тут пока ничего не видно. Тут вот то там разболелось, сам разболелось, то там болит, температура поднялась и так далее. Температура говорит о том, что имеется скрытая инфекция. Да, она сидит, она жрет, и нормально, организм пытается что-то сделать, но он уже чахлый, он уже не может это сделать. А для того, чтобы это было, грубо говоря, стиснули зубы и пошли вперед. Потому что тут идет бой не на жизнь, а на смерть. Либо вы, либо она, тем более благосостояние там вашей семьи. Вот как это все происходит. И тогда вы все видите. А так, а где там, что там, институт паразитологии и так далее. Знаете, вот я со своего опыта скажу, нахрен вы кому нужны.
чтобы кто-то там вами занимался. Есть у вас бабки. При этом никаких гарантий высосут и скажут, а мы сделали все, что могли. А где результат? Где что, что-то такое? Вот взялись, а ничего не сделали. Поэтому некоторые говорят, вот голод для меня не подходит. Я такие фразы слышал. Не голод, а вы не можете освоить эту оздоровительную дисциплину. Причем я вам рассказал, как это сделать. Постепенно. Если же вы хотите вот так вот наскоком все это сделать, вот как женщина, кстати, сделала там 60 там этих суток, значит, тут надо ответственность взять на себя, уединиться, и будь что будет, либо пан, либо пропал. А так получается, а тут заболела, тут заболела. Да можно жить. Большинство людей живет, какие-то боли есть, какие-то недомогания есть, еще что-то там есть. Там жить можно, можно, но не так как-то этот самый. Ну и пожалуйста. Огромное количество примеров я в своих книгах привел. На Эдуарде продемонстрировал, на самом себе там продемонстрировал, как это все происходит. Не знаю, что вы смотрите, что у вас в голове. Потому что нету стержня, нету знаний. И все думается так, что сделают лекарства там и прочие там суперпроцедуры, которые заранее вам сделают, и вы будете уже здоровы. При этом, грубо говоря, так вот думает каждый, можно бухать, можно курить, можно блудить, можно там все что угодно делать, жить, знаете, так сказать, в удовольствие, потакая своим вот этим всем чувственным наслаждением, и все нормально. Вот для этого люди, так сказать, и пытаются приобрести здоровье, чтобы и продлить его. Но что показывает практика, вот вокруг, и вот ваши примеры. Далеко это от той правды, которая должна быть. Поэтому, уже в который раз я повторяю, вам надо изучить свой собственный организм. Я уже там, будем говорить, не просто разобрался, что вот организм, это физиология и так далее. А есть такое понятие индивидуальная конституция. А есть такое понятие, как что у вас там, грубо говоря, накопилось. То есть диагностику сделать. А что у вас самодиагностика. Раньше не было никаких там, знаете, вот каких-то этих. А люди определяли по... как человек живет, какие у него отправления, какие там боли и прочее, 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 что с ним такое происходит и что можно сделать. Наконец-таки вот рекомендации Иисуса Христа по проведению голода, как там терзал одного глист и не мог он его вывести, солитер, и как, что сделали, как его выманили. Понимаете, вот мы ищем, что кто-то, что-то за нас делает. И на этом все, знаете, вот построено вот так вот весь мир. Что мы специалисты, мы тут вам сделаем, мы тут все тут за вас сделаем. Платите бабки, будете здоровы там и прочее, прочее, прочее. То есть все вот эти вот специалисты. А у нас специальность одна – построить свою собственную жизнь. И прожить так, чтобы она вам нравилась. Чтобы вам нравилось жить в своем собственном теле. Поэтому вы даже не дошли, Сережа, до тех вещей, которые начинают выковыривать вот это все с боков, с печени. Начинают выковыривать с этого самого там, с мочевого пузыря и так далее. И все это, увидеть все это. Ну, я записка голодающего привел, Иисус Христос говорит. И увидите своим собственными глазами, собственным носом почувствуйте, какие мерзости с вас выходят. А так, так что есть методики, которых просто-напросто надо придерживаться. А если их не придерживаться, метаться, шарахаться туда-сюда, не верить самому себе, а чтобы вера появилась, вот как раз вы постепенно делаете, и у вас появляется вера в свои силы. Если этого нету, ну,
Ну, знаете, вот, как говорится, ну, такие люди просто сгинут, и все. Ну, ну что поделаешь. Знаете, вот такое понятие, естественный отбор. Я лично в свое время не хотел, чтобы со мной это случилось. Я начал действовать. Ну, больше мне сказать нечего. Я уже одно и то же говорю. Приходят новые люди, и все начинается, так сказать, мыло-мочало, начинаем все сначала.